К новостям в мире. Попытка попасть в Европу за лучшей жизнью закончилась трагически для более 50 мигрантов из Пакистана, Египта, Туниса и Сирии. Две лодки затонули в Средиземном море, десятки тел выбросило на берег в Ливии. Выжившие рассказывают, что когда лодка пошла ко дну, водители попросту отказались останавливаться. На борту было около 80 пассажиров. Вес был сосредоточен в передней части маленькой лодки, поэтому она и затонула. Мы все пытались бороться за свои жизни, кричали и просили о помощи. Многие погибли. Я оказался среди немногих, кому удалось спастись. Это зрелище не описать словами. Я обращаюсь к землякам. Даже не думайте плыть. Оставайтесь в своей стране. Береговая охрана сообщила, что из воды вытащили 11 тел, в том числе одного ребенка. Сотрудники Красного полумесяца подобрали с пляжа еще 46 затонувших, и все они были нелегальными мигрантами с одной лодки. Они опасаются, что это далеко не все, и в ближайшие дни на берег может прибить еще несколько тел. В 4:30 утра мы получили сообщение о затонувшей лодке с мигрантами на борту. Патруль прибыл на место происшествия. Нам удалось спасти несколько человек. Мы все еще ищем пропавшие тела в море.